Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Поросятки у нас уже возраст скоро месяц. Как видите, питание у нас уже стало полностью автономное, без мамы. Дерутся, подвижные, активные. Вот этот рыжик пойдет на развод, останется. И какой-нибудь из вот этих лысых, он вот тут дальний лысбан, наверное, то же самое, скорее всего, останется на развод, оставим себе. Хотим немножко расширяться. Так, у нас 6 свиноматок, один хряк. Еще один сарай достраиваем. Будет у нас уже тогда 8 свиноматок и один хряк. Поросятки полностью готовы, в принципе, уже к продаже. Сейчас мы их там буквально чуть-чуть и выложим на продаж. В опоросе было 8 поросят, растут хорошо, крупненькие достаточно. В общем, все как надо, все идет своим чередом. Свинка сама выкормила, выходила, от нас не требовалось даже присутствие во время опороса. Поэтому-то мы и оставляем от этой свинки поросяток на развод. У нее, в принципе, средний результат 9 поросят. Ну, 9-10, а так. Цежусь 8 маловато было. Но при том, при всем, они, как видите, прекрасно себя чувствуют. Отъелись нормально, выросли. Соответственно, 8 без головняков. Это лучше, чем 15 и половина сдохнет. Потому что и будет задохлить и все, потому что выкормить сложно. Сейчас покажу вам маму. Сейчас загоним и посмотрим на маму еще. Итак, вот мама наша после короткой прогулки вернулась из странствий. Поросятка месяц. Поросятки в отличном, так скажем, а ну, кыш, иди отсюда. Маму высосали, видите, мама от мамы тут уже хорошо видно по маме. Вот это вот, вот он, девочка лысая, видишь, вот, 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 вот она, что ходит. Вот эта вот девочка, вот. Эх, сейчас. Или вот эту оставим. Вот на меня смотрит. Да, 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 вот эту вот. Это девка, а? Смотри, какая хорошая. Ого. Во-первых, что крупная, во-вторых, что лысая. Ну, все как надо. Ну и рыжик, чтобы разноцветные были. И побольше. Как видите, поросятки уже подъедают сами. Особо даже до сисек не лезут. Не, ну лезут, конечно, молоко все равно вкуснее. В корма, в БМВД добавляем сейчас, ой, говорю в БМВД, в комбикорм добавляем БМВД, ну, не по норме, как бы, потому что по норме там, ну, много надо, а чисто для запаха, так скажем, для притравки. Они тогда получше начинают кушать как-то, у них это дело все, процесс перехода на подножный корм становится намного проще. Да и они вот выглядят, вы сами видите. Такие именно мясистые пацаны и девки. Так что в ближайшее время они превратятся в американские деньги, ну или в украинские деньги, неважно. Но суть в том, что они поедут жить на свои, скажем так, к своим будущим хозяевам. Так, поросятки тут пушат, не сглазить. Вообще классные. Я же говорю, веса понабирали. В месячном возрасте вес поросенка должен составлять в районе 8 килограмм. Я думаю, у них есть этих 8 килограмм уже давно. Ты такой чумазывается спереди, как посмотришь. Этот постоянно зарывается в подстилку. Подстилка, кстати, у нас глубокая, с бактериями. И, соответственно, ни уборки навоза мы не занимаемся, ни откачиванием мочи. Вот они, вот она так выглядит. Это я ее не копал, ничего не делал уже, наверное, ну, долго. Времени не было, да и желания особо. Да и они мешаются постоянно, мелкие. Сухо тут, тепло. В слой, если опустить руку в слой этого самого подстилки, ну, вот сразу сверху. Она горячая, градусов там 40.
Ну, поросятки, видите, шерстью не обросли. Уже же осень у нас, ноябрь месяц. Соответственно, ну, по ночам холодно. И вы видите сами, они лысые бегают. Жопы голые, лысые. Все классно. Соответственно, тут жара стоит для них. Короче, условия идеальные. Вон этот решил, что он это мама у него. Кабанчиков даже больше, чем свинок, да, в этот раз? Да. А вот наше вот будущее пополнение, поколение новое. Поколение растет не по дням, а по часам, слышишь? Да. Я засмотрю, они день проходят, и они добавляют. Да, да. Вроде были мелкие-мелкие. Да ну не мелкие, что не мелкие, нормально. Раз. Как только переходят на корм, они начинают отъедаться. Ну вот это вот месяц будет, с месяца до двух они мало наберут. А уже с двух до трех, там уже будет в два раза накидывать вес. С трех до четырех это уже будет кил до 50. С пяти до шести уже кил там под 90. Ну, вот, ну, короче, я думаю, расти будут они очень дорого. Смотрите, освоили воду. Поросятки умные. Смотрят, что мама делает. И сами. Да, и сами. Мама от них уже спрятаться. Видите, мама в позе этого суслика. Чтоб не доставали. Ну, уже есть своя кормушка. Они особо к маме не лезут. Знают, что там ничего не перепадет. Зато в кормушке можно нормально похавать. Ну, такие вот у нас растут денежки. Короче, на забой поросят, ну, свиней держали. Если честно, жалко было вот это отдавать их, как приезжают. Это такой трэш. Ноги ломают, им бьют, их закидывают, пытаются запхать их в маленький этот контейнер. Короче, издеваются как хотят. А ты их полгода кормишь, ходишь за ними, там говно носишь, гладишь. Они на тебя смотрят в глаза тебе, а ты их раз. А поросятки, знаешь, что они едут в хорошее место. Там им будут кормить, ухаживать за ними. Короче, не так жалко. Это еще один повод не выращивать их на мясо было. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пожелайте, чтобы поросятки быстро продались. В общем, всем всего хорошего. До свидания.